Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сейчас, ребятки, это небольшая вставка из будущего. Прошлый ивент, который я проходил, где была гидромантка Шелли. На текущий момент вроде в игре еще не показано. То есть, ну, у кого ее нету, да? Есть такой момент, вроде как. Ну, сейчас глянем. Так вот, что же я хотел вам сказать. Вы сегодня увидите, докуда я прошел в ивенте. Да, нету скина. Ну, в общем, докуда я прошел в ивенте, посмотрите... Чего это мне стоило, каких нервов, сколько получилось в итоге взять этапов за 15 энергий, 5 стартовые и 10, которые накинули разработчики. Скажу вам так, разработчики потом еще докинули 40 энергий, типа сказали, да, проходить всем ивент, ну, всем контент-мейкерам зубы, назовем их так. И, к сожалению, по техническим причинам я не смог допройти, но я вам так скажу, последний этап в этом ивенте, ну, вы знаете, последние этапы, все дела, он... стоил всего лишь от 90 до 120 очков. Это если что, кому было интересно, что я буквально 4 боя... Ну, 4 это, знаете, если вот очень плохо играть, там по 30 очков, да? А так это 2-3 боя адекватных не дожал. Ну, вот такие вот иногда судьбы случаются, но я думаю, мне повезет, и мы скоро посмотрим этот скинчик. Возможно, разработчики подсобят, возможно, нет. В общем, просто очень хочется, как вы понимаете... Почти доделал, почти задушился, 2 часа потратил на это все дело. Столько нервов, сил, а вот тут по итогу вот то, что тебя не зависит, на такое случается. Ну а мы продолжаем. Итак, ребятки, немного вышла у нас ошибочка. Да, получается на доне я набил уже рейтинг. Ну как набил, там еще можно 2 боя сыграть, даже 3. Но вряд ли это будут удачные бои. Дон все-таки не такой прям хороший персонаж, поэтому будем играть за Тоника. Тони вроде бы тоже участвует в ивенте. К сожалению, ни аргентинского нету, но зато есть вроде французская форма, поэтому будем играть сегодня за Францию, да, так сказать. Ну, если я, конечно, не ошибаюсь, вот я ошибаюсь, какая-то форма, не знает. В общем, надеюсь, как говорится, когда там финал, неважно, в общем, Франция победит, не победит, я просто не знаю, когда это видео выйдет, да. У меня, к сожалению, сейчас запись в виде немножко все туговато, но что поделать. Будем пытаться дальше проходить ивент, вот он, Тони, 5 очков. И получается, мне остается еще, возможно, 2 боя за Дону, 2-3. Ну, еще прилично боев за Фэй. Вот за Фэй, возможно, будем добегивать ивент. Если здесь будет немного очков, то будет шикарно. Если сейчас предпоследний этап будет 500, то мы разворачиваемся и уходим. Потому что я манал вот это дальше проходить. Конечно, я, наверное, смог бы 500 набить. Но это, блин, это больше 10 боев надо сыграть. По 50 очков. Да нет, забейте, там не осилю. Никак. Поэтому... попробуем? Чё, куда деваться? Давайте пробовать. Погнали, в общем, бои. Я, короче, печален. В плане того, что, ну, дают ивент на легендарный скин. Я понимаю, что ивент должен быть тяжелый, да? Но он должен быть реальный. Хотелось бы, чтобы он был реальным. И зачем я сюда пошел, если здесь лежит сразу двое вместе? Ох уж я, да. Ладно, попробуем сейчас догнать нашего ботика, который сбежал. И его убили уже где-то. Да. Да. Неплохо, да, так 17-я джет пробежала. Ну, вот я не знаю, никсы убегают. 17-я джет даже убежала, испугалась меня. Ну, я же такой опасный Тони, вы же понимаете. 15-я джет. А чё все такие опасные? А можно мне не таких опасных, пожалуйста? Я еще как бы не дорос. Мой Тони еще не готов к такой опасности. Блин, похоже, я ворвался не в тот рейтинг. Что делать-то, а? Что-то не душно, аптечек нету. Ну, вы видите, что происходит. И как в этой победить? Тут хотя бы один килл как-то надо сделать. Как? Ох уж эти вопросики. Да, у Тони много хпшки. То есть я могу врываться, убегать. И это даст мне возможность на киллы. Ага, еще бы попадать надо. Забыл в этой цепочке попадать. Один пункт, да. Врываться, попадать, убегать. Ну. Ну. Ну да. Ну да. Ладно. Ничего нового, в принципе. Бустим рейтинг на Тони. Не, ну хотя бы один бой за Тони надо сыграть. Победный. Так-то. Я смогу. Я же сильный. В кавычках, конечно. Чувствую, мы не дойдем до предпоследнего этапа. Чувствую, не дойдем. Ну ладно, погнали, пофиг. Посмотрим, что получится. Надо каким-то чудом сейчас дойти. Каким чудом я это сделаю, я не знаю.
О, мы сейчас пойдем жабу убьем. Да, сейчас пойдем. Ну, я и шел, но не дошел. О, отправим Гиги убивать льва. Как льва-то убить, когда душит-то? Он еще и с кофе. Надо напугать льва. А, он мгновенно поднял аптечку. Не, я, конечно, все понимаю, но как мне в это играть? Как? Лука ни одного нету, если что. Гиги где-то там летает, он на карте. Уворачиваемся, что делать? Зацените, сколько урона вношу, да? Килы просто один за одним летят. Один за одним. Ой-ой-ой, как мне больно-то, а? Аптечки, кстати, нет уже, да? Хорошо, что черепах не очень умеет играть. Иначе бы он мне сейчас мог и развалить. Опа, я отжал черепаха, отлично. Сейчас они мне, правда, меня шотнут. Надо убегать. Лёнь, вообще аптечку никто не лутает. Короче, надо бежать. Один килл мы получили, уже неплохо. Считайте, успешный успех. Дабл дробовик плюс копье. Делаю чудеса. Яд не позволяет хилиться, все по стандарту. Есть... А, нет, нету плана. План капкан, отходим. Какой интересный геймплей, да? Бегаем. С ботиночком. Хилимся немножко за счет Гиги. Хорошо, что Гиги хорошо хилит. Ну и за счет бинта, конечно. Куда же без бинта. И убиваем все... копьем и дробовиком. Противники разбежались непонятно куда, непонятно зачем. Я тут, видите, как врываюсь и наношу урон. Я, наверное, с этой зоны уходить не буду. Вообще смысла никакого не вижу. Мне шансов... О, сколько лута. Это мое. Нам лук не нужен. Бронзовый у нас есть, серебряный. Еще бы где-то две аптечки и парочку хилов найти. Было бы вообще идеально. Возможно, мы бы смогли тогда и вытащить бой. Автоатака подводит. Лев испугался, поставил стенку. Ну, меткость моей стрельбы, конечно, она оставляет желать лучшего. Но я что делаю, то могу. Точнее, что могу, то делаю. Но у меня, наверное, первый вариант все-таки работает. Что делаю, то могу. В принципе, так это и выглядит. Ладно, будем пытаться затащить это. Нет, только не феромоны, только не феромоны. Не души, черепашка, не души меня. Я такой маленький бегемотик. Отстань, душнила на черепахе. Генри, ты где, когда ты так нужен, а? Братан на Генри. Братан Генри. Чё б черепах бегает быстрее меньше, чем я? На тебе. Получи. Феромоновый черепах. Не на того бегемотика ты напал. А? Увернулись. Нормас. Опа, ник не очень адекватный. Ой, сколько лута. А сейчас Генри еще добьем, да? Генри, сюда. Подошел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Больно, больно, больно. Жить, 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 жить. Какой же Генри живучий, а? Так, тихо-тихо-тихо, Мансим. Блин, мой килл. Поганая черепаха. Я тебя запомнил. Блин. Ну это душенина, это просто нечто. Этот Генри, гад, он должен был умереть еще раньше. Я бы тогда, наверное, смог бы вытащить. Да. Весело, конечно, ничего сказать не могу, но... Давай. Я просто понимаю, что мы сейчас еще два боя просто на пони, на Тони сольем. На пони, да. Вот надо было назвать его не Тони, а пони. Хорошее название для хорошего персонажа, я считаю. Ой. Ладно, погнали, чё, мы ж сильны. Правда, нельзя было так заходить через эту кнопку паганую. Но, игра уже начала лагать. Совпадение какое, да? Интересное. Ладно, давайте пытаться что-нибудь сделать. В очередной раз у меня не будет аптечек, в очередной раз у меня не будет лута. Скорее всего. Никс, конечно же, мне аптечку через секунду... Ага! Ну... Был шанс, я его луком затормозил, но он меня луком откинул. Вы же понимаете, да, пристек стрельнет луком впритык, и весь Тони отлетает. Тони же такой слабенький, мало хп... Мало... Не знаю, мало весовой персонаж, да. Надо добавить уже характеристику веса, хотя, мне кажется, она должна быть в игре уже давно. Ну, потому что это реально бесит. Тебя откидывают, как будто ты пушинка какая-то. И ты как бы ничего с этим сделать не можешь. В этом большая проблема. Так, что за прикол, ну? Побег. Ты не бесишь, а? Ой. Давай, Джейд, еще забери мне бобра. Мой единственный бобер, она хочет его забрать. Он бы хоть кнопки нажимал, у него копье было, он меня мог копьем убить.
странные игроки. Ну, вот уровень прокачал, играть не умеет. О, кассеточка, понимаю. Давай, Брюс. А чё так больно-то, блин? Чтоб я так дамажил за Брюса. Видали, где он был? Куда он мне притянул, еще и урон при этом кинул. Офигеть. А, сейчас, походу, откинусь, да? Да? Да вы видите этот прикол, где я нахожусь и куда он бьет? Офигеть просто. На тебе, Брюс. Да вы... Не, ну вы... Это вообще нормально, а? Через полкарты работает. Вот, что-то он испугался. Переоценил себя, Брюсик, да? Переоценил? Опа, минус. Укол адреналина на Брюсик. Понимаю, вот это уровень. Уровень, который мне не снился. Просто уровень, который мне не снился. Что нет, Брюсик, не надо того бегемотика напал, да? Сочувствую, сочувствую. Ну ничего, у тебя получится, Брюсик. Просто верь в себя. И качай лапки. Ля-ля-ля, все-таки снес под конец. Чтобы вы понимали, фулл хпшный Брюс 16 уровня с уколом адреналина. Ну, это говорит об интеллекте, да? И то, как он притягивает. То есть он прыгнул вот здесь вот. Тут он находился. Я, блин, находился вот здесь вот. Ну, это по моему взгляду, конечно, так было. Возможно, по игре это было совсем по-другому. Ну, вот нормально вообще, а? Притянуть с такого расстояния. Че, Брюс обустанули случайно? Незаметно. Ну, я бил наперед, потому что, ну, вы понимаете, на Тони, если ты дамажишь не наперед, то это... Да ну, конечно! Какой же недушный Тони, да? Недушный душнило. Хилимся. Нужно больше хила. Глупого льва нужно задушить. Ну, блин, надо было раньше копье. Ну, хорошо, что он глупенький. Правда, я тоже не очень умненький. Я минус аптечку сделал себе. Ай, блин. Вот же жадный лев, а. А я сейчас его не смогу вынести. Потому что меня душат сбоку. Опа, еще один лев. Ой. Попробуем сейчас его убить. Каким-то чудесным образом. Получается это, офигеть. Он наконец-то нормальный дробовик получается. До свидания. Фу, живем, живем. Не, ну хороший персонаж Тони. Конечно, мне повезло то, что зона дважды здесь. Я особо без напряга здесь могу себе позволить перемещаться и наносить большое количество урона. Ну, вы сами все это, в принципе, видите, что мне говорить. Да. Игроки, как видите, здесь не могут себе позволить против меня ничего сделать. Все-таки Тони по отхилу. Да, и по урону в секунду он все-таки хорош. Ну и плюс я уже научился на нем играть немножко. Ну как, ну... Восстановил скилл нажимания кнопок, да, назовем это так. Чудесами какими-то мы берем 50 очков. А теперь нужно какими-то чудесами еще взять 35. Че думаете, я смогу на Тони это сделать? Мне кажется, что мне в третий раз подвести с зоной, повести с противниками уже не получится. Поэтому я сейчас сделаю бой на Доне. Давайте просто зайдем в бой на Доне, сыграем такой, типа, мини-бонус в видосике про Тони. Ну, потому что у Доны, вот, знаете, сейчас скажу, больше шансов, а потом возьмусь с Альюс на самом начале. На мой взгляд, у Доны больше шансов на то, что она сможет затащить. Персонаж сильный, с такой сборкой сможет развалить, я надеюсь. В общем, погнали, попробуем. Нужно сделать... Так, 20 очков плюс 15. 3 килла нужно сделать. Сейчас смогем. Стоп, а я хоть в ивентовый бой зашел? Ну, вроде за ивентовый. Вроде. Я, наверное, побегу сейчас в центр. Понял, побежал. Я, конечно, бежал, но не добежал. А что это за ускорение такое, которое не сработало? Мы сейчас возьмем, конечно, кассеточку. Точнее, ну, обычную гранату, потому что даст очень много урона. Зебр не забайтился? Зебр, блин. Мог бы забатиться на бота? Хорошо, что Кенгуру на меня не забатился. Он мог забрать аптечку спокойно. Короче, обидно. Минус зебр. То есть это минус хил мой стопроцентный был. Ему просто захотелось убежать и все. Вот где мне сейчас его искать, а? О, видали? А можно... Какая змея странная. Ну, я, конечно, не особо отличаюсь от нее, если честно.
Да ну блин, она попала в меня. Какое не имбовое замедление. Просто минус замедло. Да вы ч... Ля как... А чё, змея всегда так замедляла, да? Да? Насквозь змею прошел, если чё. Прошу, что акул не очень смышленый, а то сейчас я умер уже давно. Блин, душнилы! Душнилы, получается. Не вывожу. Ты змею убила? Да как ты могла? Это была моя змея. Моя змея, блин. Ну, конечно, впритык автоатакой промахнуться. А я попал. Не, ну вы видели, ну? Нормально? В бочку. С уроном. С лука. Сойдет, да? У меня просто шансов нету, ребятки. Ну, это дичь какая-то. Ну, змею она убила, это Дона, каким-то чудом, да? Я, конечно, неадекватный человек, но... Вы видели, как я перетянул активный навык? Вы видели, как я отпустил его? Вы видели, как он завис? Кстати, это не первая такая проблема. Это уже не первый раз я такое вижу. Ну почему именно сейчас нужно было этой фигне случиться? Просто... Как же я ненавижу эту игру. Ну, в плане соло-боев и из-за того, что такие баги случаются. Соло-бои лютейшим образом ненавижу. Самое фиговое, что только может быть в игре. 3 килла на Доне несчастных не смог сделать, потому что просто... Надеюсь, вам, ребятки, везет по-другому. Я что смог, то сделал. Вот такие вот мучения. Выйдет по этим мучениям 3 видео. Понимаете, 3 видео я 4 этапа еле-еле задушил. При том, что мне было вот 15 нырь. Ивент изи. Изи. В кавычках огромных, которые... Короче, оно того не стоит. Просто минус 1.5 часа. Реальной игры. Ради чего? Ради... Ради... Просто ради гидра... Гидра. Наркоманского... Черепаха Шелли. Все ради этого, да, ребятки, именно так. На этом все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте комментарии. Не болейте, не скучайте. Удачи вам с ивентом, кто решил все-таки это делать. Сочувствую вам, как и себе. Всем пока-пока.